Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня покажу вам свой заказ Faberlic по второму каталогу. И уже у меня третий каталог, как всегда. Мы его обязательно полистаем с вами. Там много интересных акций, новиночек. В общем, есть на что посмотреть. Давайте перейдем к заказу. Первое, что я заказала для себя, это... Были вот такие чистящие средства для туалета. Здесь объем 500 мл, 11-225 артикул. Очень мне это средство нравится. Изначально я уже рассказывала, что с ним не подружилась, но сейчас очень довольна, потому что он очень бережно, данный продукт относится к эмали, и вот как мы поставили новый унитаз, пользуемся, и с эмалью вообще все в порядке, никаких проблем. Вот. А моя ученица испытала это, вот как пример, тоже уже рассказывала, но наверняка же есть и новые зрители. У нее были сильные такие загрязнения, с которыми не справлялся Доместос и прочее. И данный продукт со второго раза убрал все эти загрязнения, причем убрал очень бережно, не повредив эмаль. Так что, знаете, когда у меня бывает желание купить что-то побольше и подешевле, я отказываюсь от этой мысли, потому что в данном случае для меня лично вот это вот экономнее, потому что если что-то и будет загрязнение вдруг, я уже уверена, что данное средство с этим бережно справится, и мне потом не придется менять унитаз, ну и так далее. В общем, могу порекомендовать, продукт очень-очень хороший. Кстати, как и у многих, в первом каталоге, когда я сделала заказ, мне пришло смс, что там будет скидка на второй заказ 300 рублей. Начислили на счет. Но я так подумала и решила, что заказывать не буду. Да, и по первому каталогу я еще забыла заказать пробники шампуней, которые шли по 2,50 каждый, очень расстроилась, но потом посчитала, что мне все-таки будет не очень выгодно заказать, ну, потому что придется все равно что-то еще взять и как-то. Но мне мой наставник Катя Путюкова написала сообщение, что, оказывается, в связи с какими-то сбоями на сайте, в общем, эта скидка переносится на следующий каталог, но не на весь период, а там на первые 2 дня, по-моему. Я, конечно, очень обрадовалась, поэтому этот заказ получился для меня выгодный, то есть я его делала по плану, получила скидку. И что еще, какой меня сюрприз ждал, что пробники по второму каталогу должны были быть 5 рублей каждый. Но получилось, что по 2,50 каждый, это тоже супер, так что вообще очень довольна. Ладно, давайте дальше покажу, что же заказала. Моя подружка заказала для себя гели, потому что по первому каталогу они были бонусом за покупку от 300 рублей, она взяла только один, потому что у нас как-то вообще все по бонусам было. В этот раз я по 69 рублей, ну, конечно, я сделала скидку, понятное дело, я на этом не зарабатываю, хотя, например, свою структуру я стараюсь развивать. Вот. В общем, взяла она гель для душа, малина и белый шоколад из серии Beauty Cafe, 18-22 артикул. Я такой гель очень люблю, и подружка любит, мы неоднократно брали. Гель такой с натуральным ароматом, пахнет малинкой, там такая кисленькая нотка присутствует, нам очень-очень нравится. Второй гель она взяла, это, конечно же, вишневый конфитюр, 21-80 артикул. Тоже безумно мне нравится, подружке тоже. Здесь пахнет вареньем вишневым с косточкой, прямо очень натурально, поэтому вот она тоже решила себе взять. Также ей хотелось купить гель мята и шоколад, ну и как раз вот это единственный такой редкий случай, когда я немножечко смогла заработать. Я взяла ей этот гель, артикул 21,90 по баллам, то есть бесплатно. Ну, а ей будет точно такая же скидка, как и на эти, по такой же очень-очень выгодной цене. Вот. На самом деле скидка у консультанта 20%, но
Если вы оплачиваете картой, взимается комиссия плюс еще сумма за доставку, поэтому, в принципе, так или иначе, все равно там получается скидка чистая процентов 10. Поэтому я и своей подружке делаю 10% скидку, и у нас, знаете, получается в процентном соотношении равная, в равных пропорциях доставка, ну, адекватная тому, что каждая из нас взяла. Поэтому нам с ней очень-очень выгодно. Для себя я взяла мыло для кухни, устраняющее запахи. В этот раз взяла яблочное 300 миллилитров. Я всегда показываю в покупках, в пустых баночках данное мыло. Мне оно безумно нравится. Оно устраняет классно запахи. Также мою клетки крысе, хомяку. Собаке стираю пледики, для этого вот в машинку я заливаю таких 15 нажатий. В общем, если по прямому назначению использовать, то есть только мыть руки, его хватит очень надолго. Но у меня оно быстро заканчивается, я его как бы не экономлю. Я, кстати говоря, слышала, что у многих оно не очень эффективно. И вот мы как раз с девочкой на АП разговорились. Она предположила, причем я ей сказала, что чаще всего это бывает не в Москве. Но она мне сказала, что вот ей никогда никто не жаловался, что бывают такие проблемы. И в другие города все это идет с одного склада. Но она вот предположила, что может быть транспортировка. Иногда бывает, что баночки, да, не очень хорошо закрыты. То есть вот когда она мне, например, достает на АП, мы всегда с ней вот их подкручиваем. А во-вторых, в некоторых городах бывает либо очень жаркое лето, либо такая зима, когда все вот замерзает. Мы вот предположили, что может быть скорее по этой причине. Вот. Но я думаю, что еще и не всегда герметичная упаковка. Потому что я, например, у меня балкон застекленный, но он без обогрева. Поэтому я там как бы в комоде храню эти вещи, в принципе, тоже ничего плохого не происходило. Ладно, поехали дальше. Подружка взяла для своей бабушки вот такую зубную пасту, цитрусовая мята. Здесь, ну, 75 миллилитров, 22,51 артикул. Мне вообще, я брала эту пасту, она мне очень нравилась по вкусу, потому что она не термоядерная, но освежающая. Но потом я ее, в общем-то, как-то брать перестала. Потому что вот здесь содержится фторид. Сейчас сфокусирую. Вот. Пусть его немножко, но он содержится. Поэтому, к сожалению, пришлось отказаться от покупки данной пасты. Но вообще она очень-очень классная. Знаете, такая паста из детства. Вот, хотя, может быть, иногда и можно такой пользоваться, наверное. И вторую пасту подружка для своей бабушки заказала — свежая мята. Тоже она очень хорошая, не термоядерная, но освежающая. Ну а состав здесь такой же. Такая же доля фторида добавлена. А вот третья паста ягодная ей не понравилась, равно как и мне. Потому что такой вот, знаете, не, ну, для меня лично неприятный аптечный вкус. А здесь очень даже неплохо. Тем более и цена была очень-очень выгодная, и со скидкой. Далее я взяла на подарок наборчик был мужской. Цельсиус, крем для рук, 75 миллилитров, 0,5-41 артикул. Ну, такой действительно мужской, такой приятный очень аромат. Я думаю, что понравится. В наборчике шла еще гигиеническая помада мужская. 0,5-42 артикул. Вот так она выглядела, она в слюде. Но вы знаете, я буду дарить, наверное, немножко другим наборчиком. У меня есть мыло и Цельсиус, и какое-то еще мужское мыло от Фаберлик. Поэтому я подарю тому, кому вот я собираюсь дарить, подарю мыло, то есть, господи, крем для рук и какое-нибудь твердое мыло мужское, потому что человек как-то старой закалки, и
Не знаю, я не думаю, что он как-то прямо оценит гигиеническую помаду. Вот. Пусть для мужчин, но все-таки. Хотя кто знает, но крем для рук понадобится точно, потому что человек вообще пианист и ухаживает за руками, это для него очень-очень важно. Поэтому оценит. Твердое мыло всегда, кусковое тоже нужно. А вот это я скорее, возможно, кому-то отправлю в посылочке, может быть, кому-то подарю, когда я буду уверена, что человек это точно оценит. И подарок не будет лежать просто так, потому что аромат реально мужской. И, знаете, как бы, ну, женщине тоже будет пользоваться как-то не очень. Следующее, что я заказала, это была новиночка, тушь для ресниц. Так, как она называлась? Volume. Бесконечный объем, в общем. 54-62 артикул. Вот такая. Единственное, с вашего позволения, я открывать ее не буду, потому что у меня в использовании где-то, наверное, штуки 4 разных, если не 5. Но в запасах много. Ну вот я сейчас, когда добью какую-то хотя бы одну из своих тушей, то эту открою и, возможно, в каком-то влоге расскажу. Как она мне? Просто у Faberlic есть, к сожалению, такая тенденция, что новинка, как правило, оказывается хорошая, а потом все начинает как-то, не знаю, к сожалению, при всей моей любви к Faberlic, бывает меняться. Вот, например, тушь в розовом таком тюбике первая была просто потрясающая, такая не сухая, я ей пользовалась месяца 2-3, использовала до последней капли. Вторую открыла. Она суховатая и прослужила не так долго, но я грешила на то, что там была трещинка, которую я сразу не заметила. Но открыла, например, третью, и оказалась такая же ситуация, что какая-то она суховатая. В общем, не знаю, как будет это, надеюсь, понравится. Подружка для своих дочек заказала зубную пасту 50 мл Технокидс со вкусом яблока. 3 плюс серия. Такое классное оформление. Я думаю, что здесь хоть и машинки, но наверняка и девочкам понравится. Ну, она просто просила, чтобы по минимуму была вот эта возрастная категория, потому что одной ее дочке, наверное, 2 с чем-то, вторая еще совсем маленькая, ей годика нет. Но я так думаю, она для старшей, конечно же, брала. Ну, посмотрим. Потом спрошу, понравилось или нет. Да, наверное, детям все это будет интересно. А далее. Далее я взяла себе вот такие салфетки Дом Фаберлик. Экспресс-помощь для удаления пятен. Здесь никак не запомню, сколько тут штук. 15 или 20. Очень хорошие салфетки, могу рекомендовать. Они вот такие вот. С ладошку, сумочный вариант. Обратите внимание, что это экспресс-помощь, то есть с застарелыми пятнами они не справляются. Это как раз вариант брать с собой в поездки, на работу, носить в сумке. То есть, когда где-то вы посадили пятно, данные салфетки отлично справляются с этими пятнами, не оставляют никаких разводов, то есть все отлично. Тональный крем прекрасно убирают с пуховиков. Вот для таких целей просто вообще супер вариант. Уже не первый раз берем с мамой и очень-очень довольны. Далее, в серии Story de Amour была акция при покупке любых двух продуктов. Действовали желтые ценники, это, как правило, самые низкие ценники. Ну и мы с одной моей знакомой скопировались. Она взяла, это уже не первый раз, берет гель-лубрикант для комфортных отношений с афродизиаками в объеме 50 мл, 8,7, 23 артикул. Такая вот бутылочка, насколько... Единственное, что упаковкой она очень недовольна, просто насколько я знаю, вот перед этим были тюбики, а до этого были тоже вот это средство с помпой. Но как оно выглядело, не знаю, но люди очень хвалили. Поэтому, когда появилось в тюбике, многие стали говорить, что нужно как бы вообще вернуть упаковку. И вот вышло вот такое обновление, ну, не прямо вот сейчас, да, а где-то, сколько, я уж не помню, месяцев назад, может, даже год, да, назад.
И вот подружка сказала, что очень неудобная помпа, ну, как бы плохо выдает продукт и, в общем, очень сильно действует на нервы. А само средство хорошее, то есть оно гипоаллергенное, как мне объяснили, и на водной основе. Вот, но сама не пользовалась, не знаю. Дальше. А я себе взяла новинку. Это твердое мыло. Взяла в коллекцию. Фигурное туалетное мыло. I love you. Вот такое вот я обожаю. Вы знаете, шуршащие упаковки. Обожаю их перебирать. Да меня многие девочки поймут. И мальчики тоже. Здесь 75 грамм. В общем, пусть будет. Я на самом деле жалею. Может быть, нужно было еще два кусочка взять. Все равно действовала бы акционная цена. Просто одно бы в коллекцию. Одно попользоваться, одно кому-нибудь подарить. Ну да ладно. Еще будут акции. Поэтому возьму. Далее. Была хорошая цена на серию Фаберлик Вкус. Я, вы знаете, к ней отношусь. Так это. Придерживаюсь золотой середины, то есть что-то мне нравится, что-то не нравится. Вот. Я воспользовалась, и, по-моему, мне это обошлось по 31 рублю, мне так кажется. А точно сейчас не помню. А, томатный суп, вот этот с базиликом. Здесь 23 грамма. Хороший суп. Наверное, получится сфокусировать, если кто-то еще не приобретал. Вот здесь и срок годности виден, артикул. Так что можно, в общем-то, почитать. Ставьте на паузу, кому интересно. В общем, беру уже не первый раз. Очень приятный вкус. Действительно, томат с базиликом. Это все очень хорошо ощущается. При этом аромат очень приятный, но он такой нежный, то есть он не заполняет все помещение. То есть, если вы, например, на работе в небольшом кабинете, то это никого не будет раздражать. Я, например, ну, кто не знает, преподаю танцы, работаю со взрослыми людьми индивидуально. У нас вообще, знаете, такая абсолютно свободная обстановка. Ну, я работаю без перерыва, поэтому мне очень нравится вот этот суп быстренько в стаканчике или там в кружке заварить и, скажем так, иногда там сделать глоточек. И многие даже не знают, что я ем. Думают, что, скорее всего, пью чай. Хотя, в принципе, у нас, повторюсь, очень такие свободные нравы. Я взяла 10 упаковок. Наверное, не буду сразу их все выкладывать, чтобы лишний раз не шуршать. Потому что мне нравится, вот я и в студии там в шкафчик положила одну упаковочку, пусть будет даже, помню, одну, а две, потому что мало ли и ученицы вот так вот угостить, если, знаете, бывает, люди приходят, раньше ждут своего занятия или же потом время остается, так что всегда пригодится. И как раз-таки взяла пробники шампуней, бальзамов, которые шли по 2,50. Дело в том, что я Фаберлик уже 2 года и не пропустила ни одного каталога, то есть я очень много чего пробовала, но вот, например, вот эти шампуни из серии «Эксперт», я пробовала голубую серию, и зелененькой пробовала, ну, шампунь, бальзам не пробовала, но там масло для волос, флюид для кончиков, это мне все нравится. Но остальные шампуни у меня не доходили руки. И вот благодаря пробникам сейчас все это дело оценим. Во-первых, я взяла 3D вот этот вот объем кондиционер. Здесь 10 миллилитров, 89-81 артикул. Попробую. А, к нему взяла шампунь. Так, сейчас даже скажу, что я еще взяла 2 кондиционера и 1 шампунь. То есть это все по 2,50 за штуку. Далее взяла кондиционирующий шампунь 2 в одном. Вот такой вот, 2 штучки. И я хотела к нему взять еще какой-нибудь бальзамчик, но, по-моему, взяла все-таки еще где-то побольше шампуней. Да, точно. Total
Color, шампунь для окрашенных волос. Я вот взяла 3 штуки. И при этом я взяла 2 кондиционера. Я, конечно, молодец. Так, и еще я взяла Black Detox, шампунь для глубокого очищения волос и кожи головы. Но у меня волосы нормальные, они не жирные. Но так как я их окрашиваю, они склонные к сухости, поэтому не думаю, что мне данный шампунь подойдет. Я его взяла для других целей. Я им буду очищать кисточки, спонжи, бьюти-блендеры. Вот для таких целей отлично подходит. Вот. А эти шампунчики, бальзамчики я обязательно потестирую и также буду брать с собой в поездке. Потому что, честно, мне уже очень хочется отойти от всяких вот этих баночек, пусть даже небольших. Так как волосы я надолго не езжу, максимум на неделю, а волосы я мою раз в 3-4 дня. Поэтому мне вот таких вот баночек на самом деле много. Хотя волосы у меня длинные. Поэтому мне бы лучше вот такие брать сашетки в виде кремов, бальзамов, шампуней. Это просто получится, что я ни в чем себе не отказываю, беру с собой полноценный уход, но место будет занимать больше. Сейчас, кстати, и на Пандау, и на Алиэкспресс появляются такие, знаете, упаковки а-ля майонезные пакеты, тоже вот дорожные, но пока они, мне кажется, стоят дороговато. Кстати, на Пандау я оставлю промокод на 200 дополнительных баллов, вот, так что, если что, вы там можете такие вот пакеты найти, но мне показалось, что пока дороговато, проще обойтись пробничками, вот. Ну вот еще у меня здесь как раз 2 пакетика таких. Один я уже дала попробовать соседке, ну, женщине из соседней квартиры. Надо, кстати, спросить, как ей понравилось или нет. Также я взяла немного пакетов. Вот эти вот пакеты Майка, маленьких не было вообще. Но больших взяла немножко, потому что у меня есть запас. Я их беру как мешки под мусор, потому что цена у них маленькая, то есть не дороже, чем стоят обычные мешки для мусора, но они более удобные, прочные и, что самое главное, биоразлагаемые. Поэтому очень получается выгодно и хорошо. Как я уже говорила, каталог мы с вами полистаем обязательно. Значит, если, кстати, кто не зарегистрирован, ссылка будет под видео. Так что, если интересно, проходите, регистрируйтесь. Это бесплатно, без паспортных данных. Сами быстренько заполняете форму и сразу получаете скидку 20%. Вот, если вы регистрируетесь 22 января по 11 февраля и делаете заказ на 2000 рублей в ценах каталога, а заплатите вы, конечно же, на 20% дешевле, то получаете подарок за 1 рубль в следующем периоде. Вот на выбор какую-нибудь такую туалетную водичку. Либо мужскую, либо женскую. Вот. Мне кажется, что это очень хороший такой подарок. Так, и во втором каталоге, то есть в третьем каталоге, прошу прощения, здесь тоже предлагаются очень хорошие подарки. Сейчас вам покажу. Это просто шикарная будет акция, если вы регистрируетесь с 12 по 25 февраля, ну или же вы, может быть, зарегистрировались раньше, но еще не сделали ни одного заказа. В общем, в этот период, в период действия третьего каталога, если вы сделаете заказ на 2000 рублей, а заплатите вы, конечно же, опять же, на 20% дешевле, то за 1 рубль в следующем периоде вы получите аромат на выбор. Но это будет не выбор не из двух каких-то ароматов, а вот из огромного количества. Вот здесь вот список представлен. И вот можно посмотреть, какие это ароматы, то есть и женские, и мужские. То есть то, что вы как раз хотели бы потестировать, попробовать, можете вот взять в полной версии. Так что вот так. Ну, правда, встает вопрос, если вы не зарегистрированы, да, как вот можно потестировать. Но я думаю, что вы можете найти просто ближайший АП,
на сайте посмотреть. Зайти, у них есть пробники наверняка, либо купить, либо так потестировать что-то. Вот, ну а потом зарегистрироваться, перейдя по ссылке под видео, и сможете уже взять, что вам понравилось. Всего за 1 рубль, тем более это будет полноразмерная версия. Так что, да, и, конечно, если вы регистрируетесь по моей ссылке, то всегда можете личное сообщение ВКонтакте мне написать, я вам подскажу что-то, да, по заказам, по регистрации. У меня также на канале есть видео, как зарегистрироваться, как сделать свой первый заказ. Но я всегда готова ответить на ваши вопросы. Всем спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. До встречи в новых видео. Всем пока!